Здравствуйте, дорогие зрители канала «Растения Око». Мы опять с вами, и сегодня мы будем рассматривать араукарию. Это растение называют комнатной елью. И в принципе правильно. В теплом помещении она дает легкий-легкий еловый аромат. Это действительно так. Когда араукария взрослая, она излучает еловый аромат. Пока вместе она вот такая молоденькая, запаха вы не услышите, даже разминая хвою. Выдерживает она достаточно низкие температуры, где-то до 15-14 градусов, это будет для нее нормально. Полив должен быть умеренным, во время роста более обильным. Но все равно горшок должен просыхать до самого дна. Если у вас очень жарко в доме, во время отопительного сезона, можно чуть-чуть ее обрызгивать. Сейчас мы видим молодую араукарию, у взрослой идет твердый ствол, одревесневший, ветки тоже древеснеют, и на концах веток идет хвоя. Вот эта часть будет уже более голой. Она будет действительно похожа на обычную ель. Почему очень часто те, кто больше себя относят, скажем так, к Гринпису, и просто не хотят ставить срубленное дерево в доме, зачастую покупают араукарию, медленно ее растят и уверенно. А медленно, насколько медленно? Один ярус, как у любого хвойника, это год. Вот получается, в год она дает, вот эта араукария, дает прирост около 10-12 сантиметров. В принципе, это нормально и достаточно для такого дерева. Чем она старше, тем расстояние между ярусами больше, значит, она дает больший прирост. И ее можно будет нарядить на Новый год. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А еще я скажу об освещении. Освещение должно быть не очень яркое. Это может быть притенение, рассеянный свет. В полной тени чередование хвои будет более редким. Она будет смотреться более жидко, не очень красиво. На ярком освещении она теряет свой цвет. Появляется легкая седина и более светлой становится. Растение выглядит немножко больным. Лучше всего рассеянный свет все-таки. И, опять-таки, нарядить ее на Новый год достаточно легко. Главное, чтобы игрушки были легкими. И вы не покупаете срубленное растение, наряжаете свою любимицу. Радуется она и радуетесь вы.